Проходит месяц, хлебопреломление, задумавшись, иду я в Божий дом проверить сердце и свое хождение, готов ли я предстать перед Христом. Ни брат, что слева, ни сестра, что справа, сегодня, Боже, мне давать отчет о том, как жил я, верно ли поступал я, и где я возроптал среди забот. Слетело, может быть, пустое слово из уст моих, забыл ли я о том. А в чьем-то сердце горечь прорастала обидой и грустной болью и огнем. Прости, Господь, быть может, свою гордость я проявил сегодня больше, чем любовь. Не поддержал сестру и брата осудил я, о, сколько их ошибок, сорняков. Прости, Господь, за все, что не заметил, прошел я мимо, думая пустяк. Дай приходить к Тебе лишь с чистым сердцем, ведь Ты, Христос, мой щит и мой маяк. Передо мною пусть стоит Голгофа, тот крест, где Ты распят, мой Иисус. Перед глазами долгая дорога Твоих страданий, горести и мук. Когда я вспоминаю Твои раны о том, как кровь омыла и меня, мне стыдно, что ошибками, грехами порою наполнялась жизнь моя. Прости, Господь, прости, несовершен я, учусь я только быть таким, как Ты. Благодарю, что нежно, постепенно меняешь нас в свой образ чистоты. Аминь.